Вот это настоящий сека сама. Я думал, как-то оно с полоборота должно заводиться. Посмотрите на этого. Кто этот мощный старик, блин? Короче, Саня изображает из себя стартер. Ты 12-вольтовый или 24? Он на 36. То есть от кипятильника, который вставит сзади. Я предлагаю использовать для этого Мерседес. Ну, все равно выкатывать надо. Лазили. Там хватает, но плохо. И это на улице где-то около минус 3, да? Блин, что воняет бензиком. Может что-то подгазнуть там, подсос ты вытянул. Да? А як? Да, это вам не Рио-де-Жанейро. А? Говорю, это вам не Рио-де-Жанейро. Там еще два раза. Ну дым идет из глушителя, ты знаешь? Что-то ты сдался, Саня. А ну дай я попробую. Дай перчатки, это самое, ты будешь снимать. Без перчаток, мне кажется, шкура останется там на этой штуке. Знаешь, в чем подтверждение хватает? Правильно хватает. Смотри, это мы с Саней. Это самое, ты неправильно используешь. Надо было эти перчатки кнопочками брать в обратную сторону. Тогда будет нормальная фрикция, ты сможешь сделать. Ты меня снимаешь там, видишь меня? На тебя? Нет, я руки снимаю. Тебе пофиг. Ого, Сань! Не готов. Как хватает, но не полностью. Саня, это надо будет удалить. Я как-то не слабый, потому что ты более натренированный. Пропосим. Ручка маленькая. Паша, ты почти завел. Давай, еще 300 раз и будет работать. Думал, ты худой такой. Поэтому у тебя не крутится. А я сейчас сквозь чухой пойду. Ну, блин, натуре с трубы дым идет. Можно кабину опустить ради прикола. Ух ты, ё-моё! Ты почти его завёл. Сейчас мы там ручки подсмотрим. Тут у нас ручки. Тут это типа подсос, это подгазнуть. Так. Не попал? Не, левее. Левее. Да. Блин, ну хлопает, но только слабо, да? По-моему, как я и говорил, масло густое, он не может его провернуть. Ну реально тяжело. Без тренировки. Да, еще назад попробую, пока передохнет. Та штука проворачивается. Только там она уже проворачивается. У меня, кстати, тоже что-то шевельнулся обед. Ни хера себе. Ты слишком быстро крутишь, Саня. Просто искра не успевает за тобой.
А, так надо не руками, надо всем телом. Ну да. Ты люстру, ты люстру не там повесил, можно врубиться башкой, блин. Я в этом сыграл. Я эта тема давно, кстати, интересует. Бензином воняет уже аж сюда. Короче, Саня старовер, я говорю, давай дернем. Дым идет хорошо. Уже даже далеко идет. Все. Сдулся? Давай я еще попробую. Еще. Хватит. Что, тянем? Короче, сдулись шишиговоды.